песню. Мне один единственный факт, который очень нравится и перекрывает вообще все остальное, это то, что, как мне кажется, это новый роман. Это его какая-то новая история. Мне кажется, у каждого музыканта есть такое в его истории, взросление, быть может, как угодно это можно назвать. И вот это такая более взрослая лирическая нотка в этой песне меня и больше всего будоражит. Так, а вы уже не останавливаетесь? Да, да, надо подшуршивать и ниже. Последний раз мы снимали клип с Ромой лет 8 назад. Сегодня я вернулся на 8 лет назад. Мы снова вместе, снова снимаем. Для меня это, наверное, одно из самых дорогих воспоминаний и событий, и вообще моих свершений в жизни, это клипы группы «Звери». Это не только там, моя личная визитная карточка как режиссера, это самое невероятное, что мне пришлось сделать, самый большой и наглый вызов, который мы с Ромой бросили судьбе, общественности, музыкальной культуре. И бросали долго, тоже лет, наверное, 8 мы вместе бросали. И сейчас я, у меня чувство, как будто я вернулся домой. Я совершенно не волнуюсь, чувствую себя очень спокойно. Я дома, я с теми людьми, с которыми у нас тот же оператор, мы тоже все снимаем, с которыми мы таких дров наломали, что нам ничего не страшно. В общем, я жутко счастлив. Актеров выбирал, на самом деле, я не участвовал в выборе актеров, потому что это сделал Рома. Вообще, мы считаем сейчас, если там посмотреть документы, ну, наши рабочие, то мы ставим как два режиссера, и Рома, и я. Это было всегда, мы всегда сотрудничали, мы всегда все делали вместе, и Рома участвовал больше, меньше, но от начала до конца он понял все, и мог бы в любой момент меня заменить. Я бы не смог его заменить на сцене, а он меня смог бы уже. И поэтому я позже вошел в производство, когда Рома уже завершил этап кастинга, и мне очень понравилось выбранные актеры. У меня не было вопросов, наоборот, я записал себе их, потому что я, может быть, буду дальше в кино их использовать, потому что это очень хорошие актеры. Кино и клип, то разницы практически нет никакой, потому что это тот же съемочный процесс, только что это какая-то сокращенность всего материала вместе с Жаком. Работа с Ромой мне очень нравится, потому что у нас какие-то очень, ну, похожие взгляды, и мы говорим, мне так кажется, на одном языке. А вы когда-то уже с ним работали вместе? Нет, с Ромой я раньше не работала. Первая проба пера. У меня тоже вопрос есть, можно? Да. А вы клипы группы «Звери» видели до этого? У вас есть любимые, ну, какие-то истории, которые запомнились именно с творчеством видео творчества группы «Звери»? Да. Расскажите. Я видела клипы, конечно же, «Зверя». И, ну, я очень люблю «Дожди пистолеты». Съемка перекрыли движение, никто не ходит. Мотор, камера. Сейчас еще один дубль. Отражение, да? Вот так, вот так. Вот прекрасно. А что вот так? Вот, смотри.